Аллилуйя! Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Благодарение Богу за эту замечательную возможность слушать Божье Слово. Благодарение Богу за эту замечательную возможность слушать проповедь Его и всякие откровения. Потому что, когда мы слушаем Божье Слово, наша вера, она растет. Об этом написано в Священном Писании. Когда мы слушаем Слово Божье, наша вера, она возрастает, она становится крепче. Если у тебя появились проблемы с верой, и ты чувствуешь, что твоя вера ослабла, слушай проповеди. Не пропускай воскресные богослужения, которые выходят на нашем канале. Пусть Бог благословит тебя, и пусть твоя вера станет крепче. Вы спросите меня, для чего же человеку нужна вера? А я вам скажу, чтобы наша вечная душа была спасена. Да, дорогие братья и сестры, вера нужна человеку для того, чтобы его душа, которая вечная, она была спасена. И каждый человек, который читает Божье Слово, он знает, что душа человека, она вечная. Об этом написано в первом послании Фессалоникийцев, в 4 главе, в 17 стихе. «Потом и мы, оставшиеся в живых вместе с Ним, восхищены будем на облаках в встретении Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем». Другой перевод этого слова говорит «всегда», перевод с греческого «вечно», «постоянно», «непрестанно» наша душа будет с Господом. Это говорит о том, что душа наша, она бессмертная. И вы знаете, жизнь души, она нескончаема. И порой люди многие думают, что вот, да, мы живем на земле 70-80 лет, это столько, сколько Бог в среднем отмерил человеку, да, но душа, она бессмертна. Если представить себе, вот, например, возьмем эту полоску, это линия жизни, это наша жизнь, это жизнь души, и представьте себе, что этот кабель, эта веревочка, она длится, она идет бесконечно, она не заканчивается. Вот это жизнь нашей души. А то, что мы живем на земле, это буквально вот такой вот маленький отрезочек. Вот этот маленький отрезок, который Бог нам уделил, мы живем на земле. А все остальное время мы будем проводить с Ним в вечности. Наша душа, она бессмертна. Наша душа, она вечная. И где будет наша душа, зависит от нас. Зависит от нашей веры. Если мы уверуем в Господа, если мы отдадим Ему нашу жизнь, если мы попросим Его прощения, чтобы Он простил наши грехи, то наша жизнь, наша душа, она будет с Господом. Но если мы этого не сделаем, если у нас не будет веры нашего Господа Иисуса Христа, то где будет наша душа тогда? Душа, она вечная, братья и сестры. Я благодарен Богу за эту замечательную возможность, когда мы можем вот так слушать Божье Слово, чтобы наполняться Его Святым Духом, чтобы наполняться Его присутствием, чтобы узнавать Бога и познавать Бога. Для этого нужны богослужения, чтобы наша вера, она возрастала, и чтобы наша вечная душа, она была спасена. Потому что душа вечная. Нужно думать о вечности, братья и сестры. Где мы будем в вечности? С кем мы будем в вечности? С Богом или нет? Я благодарю Бога за эту замечательную возможность, когда мы можем сейчас прикоснуться к Нему. Когда мы можем наполниться Его славой, Его святостью. Пусть Бог благословит, пусть Бог откроет наши сердца, чтобы сейчас нам слушать Его Слово. Давайте помолимся. Слава Тебе, наш Господь, мы благодарим Тебя за это замечательное время, Господь, когда мы можем прикоснуться к Тебе, Боже, когда мы можем услышать от Тебя Слово, услышать от Тебя откровение. Я прошу сейчас, благослови, пожалуйста, благослови это время, Господь, даруй нам откровение, Господь, чтобы мы лучше узнали Тебя, чтобы мы познали Тебя, и самое главное, чтобы наша вера, Господь, она возросла. Пусть наша вера возрастет сейчас, Господь. Мы молимся и просим, благослови. Ты наш Бог великий и славный. Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, слава нашему Господу! Слава нашему Отцу Небесному, нашему Спасителю! И слава Духу Святому, который наполняет нас, который помогает нам прославить имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте вместе прославим нашего Господа. Воздадим Ему достойную хвалу и честь. Будем петь, будем радоваться, потому что Он подарил нам жизнь, Он подарил нам радость, Он нам подарил спасение, надежду. Аллилуйя! Он достоин славы. Аллилуйя! Бог и Творец наш, как
Тебя и поклоняемся на этом месте. Тебе вся слава и честь и хвала. Тебе одному, Господь, Тебе единому, наша хвала и слава. Благодарим Тебя, Иисус, и прославляем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Bye.
Alkışlara. Halleluya. Senin karşında biz secde edirik. Bizim Allah'ımız. Ata oğul ve mükeddes ruh. Halleluya. Amin. Slavu i hvalu vas poju. Vas poju tebe. Вся земля и все небеса твои.
слава и вся хвала только Тебе, нашему Спасителю, нашему Искупителю. Мы благоговеем перед Тобой, Господь. Мы так счастливы тем, что мы дети Твои, Господь, что Ты искупил нас, что Ты пришел в этот мир для нашего спасения. Хвала Тебе, слава Тебе, наше поклонение, Господь, наша любовь только Тебе, Господь. Мы для Тебя поем, мы Тебя прославляем, Господь, потому что Ты самый важный в нашей жизни, Господь. Прими нашу любовь, да прославится имя Твое вовеки, вовеки. Честь, хвала и поклонение живому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аллилуйя. Мы продолжаем. И недавно, братья и сестры, один человек спросил меня: «Дима, а почему ваша церковь называется Неемия?» Мне было очень приятно побеседовать с этим человеком, и когда в процессе я ему пыталась объяснить, почему наша церковь называется Неемия, мне самому стало очень приятно, я получил откровение. Действительно, какое же хорошее, замечательное название у нашей замечательной церкви. Итак, давайте немножко выясним, что же такое Неемия, почему наша церковь так называется. Если вы не знали, наверное, это будет сегодня для вас откровением. Итак, наша церковь называется Неемия. Кто же был такой Неемия? Братья и сестры, Неемия – это был такой человек. Неемия, он был еврейский наместник Иудеи, когда она находилась под властью Персии при царе Артаксерксе. Это было в 5 веке до нашей эры. И этот человек подошел к царю, и он упросил его, чтобы царь дал ему разрешение пойти и построить Иерусалим, отстроить точнее, потому что в то время Иерусалим, он был разрушен. Стена, которая окружала этот город, она была разрушена. В домах не жили люди, дом Божий был в запустении, и творился какой-то ужас. И Неемия, он подошел к царю и попросил его и сказал: «Позволь мне, я пойду и восстановлю этот город, где я жил, где находятся гробы моих отцов». И царь ему разрешил, и он пошел, и он отстроил. И когда мы читаем эту историю, замечательную эту книгу, там написано, что когда строили они этот город, когда они отстраивали стену, что люди производили свои работы, они трудились, таскали какие-то тяжести, таскали цемент, кубики. И также в одной руке у них были инструменты, а в другой руке у них было копье. Потому что враги пытались помешать им, потому что враги не хотели, чтобы Божий город, чтобы Иерусалим был снова отстроен. И знаете, они были строители. И наша церковь сегодня точно так же является строителем. Неемия строил Иерусалим, а мы сегодня строим Царство Небесное. И как написано в 4 главе 17 стихе, смотрите: «Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другую держали копье». И точно так же каждый из нас, братья и сестры, в нашей церкви, кто-то из нас кочегар, кто-то из нас химик, кто-то из нас водитель, кто-то из нас рабочий. Мы в одной руке держим наши инструменты, рабочий держит в руке, я не знаю, мастерок, молоток, в другой руке у него копье, в другой руке у него Слово Божье, и он этим Словом Божьим строит Царство Небесное. Я химик-лаборант, в одной руке у меня хлорка, в другой у меня Слово Божье. Я читаю это Божье Слово, и я строю Царство Небесное. И так, наверное, каждый из вас тоже является строителем, который строит Царство Божие. И знаете, что дальше сделал Неемия? Если мы читаем дальше, мы видим, смотрите, в 13 главе Неемия пишет: «Еще я узнал, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал: зачем оставлен нами дом Божий? Я собрал их и поставил их на место их, и все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые». Также Неемия, этот замечательный человек, он сделал так, что снова дом Божий стал функционировать, и все левиты, и все служители, которые каждый разбежался на свое поле, не проводили служения в храме. Тогда он пришел, собрал ему, сказал всему народу: «Народ, люди, приносите ваши десятины для того, чтобы храм и дом Божий снова стал функционировать». И люди сделали это, и после этого начались снова приноситься жертвы в Доме Божьем.
Вот кто такой был Неемия. Наша церковь, если так посмотреть, мы делаем то же самое. Мы приносим наши десятины и пожертвования в церковь. Мы строим Царство Божие. Мы работаем на своих работах, но также мы строим Царство Божие. Я благодарю Бога за каждого из вас и хотел бы вам сказать всем тем, кто приносит свои десятины и пожертвования онлайн посредством терминалов. Все ваши десятины, все ваши пожертвования благополучно приходят на счет и отдаются в казну церкви. Поэтому пусть Бог благословит вас. Если вы хотите пожертвовать в церковь в это нелегкое время, то внизу под видео в описании вы найдете ссылку. Ссылку на видео о том, как вы можете пожертвовать в церковь в это нелегкое время. Действительно, и тогда тоже было нелегкое время. Была разруха, город был разрушен, но люди строили. Написано, что Неемия, он выделил каждому человеку, каждой семье отдельный отрезок стены. И они строили. И строили, строили, и наконец построили. Слава нашему Господу! Стена была отстроена, и храм Божий снова стал функционировать, потому что все левиты вернулись туда, и певцы вернулись туда, потому что все иудеи стали приносить свои десятины. Братья и сестры, очень важно приносить Господу десятину. И приносить Господу свои пожертвования для того, чтобы в Доме Божьем всегда проводилось богослужение. Поэтому пусть Бог благословит вас. Я хотел бы в двух словах помолиться за все наши десятины пожертвования, чтобы Бог благословил нас. Дорогой Господь, мы славим Твое имя Божие, и сейчас я молюсь, Господь, и все мы молимся, благослови наши десятины, благослови наши пожертвования, Господь. Пусть все они идут во славу Твою, Господь. Пусть все они идут, Господь мой, на продвижение Царства Твоего Небесного. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Воздай, пожалуйста, каждому, Господи, 30, 60 и во 100 крат. Мы благодарим Тебя, Господь, и все веряем в Твои святые руки, наш Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Слава нашему Господу! Благодарение Богу за еще одну возможность быть вместе с вами, рассуждать о Его Слове. Слава Господу! Благодарю Бога. Хотел бы всех вас поприветствовать любовью нашего Господа Иисуса Христа и пожелать всем вам благословений. Благословение от Господа. Слава Богу, да. И сегодня я так думаю, что Бог будет что-то говорить в наши сердца, да. И хотел бы в двух словах помолиться, чтобы Господь благословил и расположил наши сердца, чтобы наши сердца, они были открыты для того, чтобы Божье Слово, оно проникало глубоко в наше сердце. Будем молиться. Великий наш Бог, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за Твою милость, за Твою любовь. Благодарим за эту возможность, Господь, которую Ты даруешь нам. Отец, я благодарен Тебе, Господь, и прошу Тебя, Господи, благослови каждого, Отец. Благослови, Господь, пусть наши сердца, Отец, они будут открыты для Слова Твоего, Господь. И пусть Твое Слово, Отец, оно глубоко западает в наше сердце. А мы за все благодарим Тебя и славим великого Бога нашего, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу. Хорошо. Сегодня мы будем говорить на такую тему, тоже очень важная тема, да, это послушание. На самом деле, казалось, да, кажется, что как бы, ну, а что здесь такого особенного послушания, как будто такая не особо такая тема простая, как бы, ну, на самом деле эта тема, она очень важна, и поэтому, если мы не понимаем эту тему, да, то нам будет очень сложно следовать за Христом, очень сложно. Постараюсь сейчас, чтобы мы прочитали несколько мест Священных Писаний для того, чтобы примерно проникнуться этой темой, да, и посмотреть на самом деле, как важно быть послушным, да, послушным Господу. Это очень важно. Слава Господу! Хорошо. Первое место, откуда я хотел бы начать, это первое место, это послание к евреям. Давайте мы откроем. Это 12 глава. 12 глава послания к евреям. Значит, о чем здесь говорится? 25 стих. Послание к евреям, 12 глава, 25 стих. Хорошо. Здесь говорится, смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушавшие глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес. Слава Господу! Да, вот такое вот интересное место, где говорится, конечно же, о нашем Господе. О нашем Господе,
Здесь говорится: смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Да? То есть Господь говорил нам, Господь говорит нам сегодня через свое слово. Да? И очень важно да, быть, принять это слово, быть послушным этому слову, да, и жить в гармонии с Богом. Это очень важно, потому что если мы не понимаем этих вещей, да, нам будет очень сложно следовать за Христом. И знаете, самое главное, что не просто следовать, а нам нужен как бы, да, результат. Мы должны быть уверены в том, что Бог вместе с нами, и что мы следуем так, как говорит об этом Бог. Слава Господу! Послушание – это основа всей христианской жизни. Это основа всей христианской жизни. Вот смотрите, да, вся христианская жизнь, она как бы, да, она переплетена с послушанием. Если мы начнем читать Священное Писание, то мы увидим, да, что очень много мест они говорят об этом. Быть послушным. Быть послушным Господу, быть послушным Слову, да, это очень важно. Это приведет нас к правильному результату. В противном случае результата не будет. Смотрите, любое благословение, любое, да, вот если мы сейчас как бы откроем Священное Писание, любое обетование, оно начинается со слов «если». Слово «если» – это условие «если». Если, когда перейдешь через Иордан, будешь мне послушен, да, и так далее, и тому подобное, то будешь что? Благословен. Поэтому, да, Бог начинает с нами диалог, начинает с нами дело через слово «если». Если человек послушен, то Бог начинает с нами диалог. Если человек не послушен, Бог ничего не может поделать. Понимаете, вот природа Бога – это не заставлять человека, а природа Бога, чтобы человек добровольно следовал повелению нашего Господа Иисуса Христа. И в этом весь смысл христианства, весь смысл. Потому что если человек не послушен, да, ты ничего не сможешь сделать. Но человек не послушен, он не послушен. И что ты можешь сделать? Ровным счетом ничего. Понимаете? Поэтому очень важно быть послушным. Смотрите, вера – это послушание. Нельзя разделить эти два слова – вера и послушание. Сейчас мы будем говорить об этом, как важно, да, быть послушным. Почему? Потому что послушание – это вера. Но я не могу быть непослушным и быть верующим, понимаете? Вот, а Библия разделяет эти вещи, да, может быть, мы можем говорить так, что, да, вот, ну, непослушный верующий, предположим, ну, как-то вроде ничего звучит, да, но на самом деле, это не так. Библия говорит, что, да, Библия ясно говорит, что вера – это послушание. А что такое вера, да, в послании к евреям, в 11 главе, мы читаем 6 стих: «А без веры угодить Богу невозможно». Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Слава Богу! Смотрите, что говорит Писание о том, как важно иметь веру. Как важно иметь веру. А для того, чтобы иметь веру, нужно быть послушным Господу. Понимаете, вот все взаимосвязано. Вот нету таких вещей в Господе, которые были бы вот как бы разобщены. Вот когда Бог что-то говорит, Он все связывает друг с другом. Да? И вот вера, она связана крепко-накрепко с послушанием. Поэтому, когда мы послушны Господу, да, наша вера, она становится крепкой и сильной. Мы способны двигаться в вере. Мы способны преодолевать сложные обстоятельства в жизни. Мы способны передвигать горы. Но если мы не послушны, мы не сможем этого сделать. Наша вера, она куда-то девается, понимаете? Она куда-то девается. Поэтому вера и послушание – это два слова, которые невозможно разделить. Авраам поверил Богу, и это что? Вменилось ему в праведность. Вменилось ему в праведность. Что ему вменилось в праведность, Аврааму? Написано: вера вменилась в праведность. Да, а что такое вера? Вера без дел мертва, так пишет Иаков, правда? Вот смотрите, когда вменилась Аврааму вера в праведность? Тогда, когда он взял своего сына
Исаака, да, и повел его куда? На гору. Для чего? Для того, чтобы принести ее, его в жертву. И вот это послушание как раз-таки и вменилось Аврааму в праведность. Вот что вменилось Аврааму в праведность. Авраам услышал, да, и что он сделал? Он это воплотил в жизнь, реализовал это. Поэтому вера, Иаков пишет, что она без дел мертва. Что если мы говорим, что мы имеем веру, а дел не имеем, может ли эта вера спасти нас? Библия говорит, нет. Если брат или сестра наги, а вы скажете им, да, идите, грейтесь и питайтесь, и не дадите, что потребного для тела, что пользы, так и вера. Мертва сама по себе, если не имеет дел. Представляете, вот Иаков как бы здесь он открывает и показывает, что вера в Бога, она связана с послушанием. Поэтому, когда человек послушен Богу, это воспроизводит в нем веру. Представляете? Поэтому, ну, послушным быть очень сложно. Почему? Потому что для того, чтобы быть послушным, нужно на многие вещи говорить «нет». И главное – говорить себе. Говорить себе. А как, помните, Христос говорил, не моя воля, Господи, но твоя да будет. Но твоя да будет. Поэтому мы должны понимать, что вера Авраама в Бога проявлялась в послушании. Он исполнил то, что ему было сказано исполнить. Его вера, она была послушна. Она проявлялась в послушании. И вот это вменилось ему в праведность, представляете? И он был назван кем? Другом Божьим. Другом Божьим. Вот смотрите, да, если мы читаем историю Авраама, да, то мы начинаем видеть, что Авраам был послушен Богу от начала. Написано, что он вышел из земли, из родства своего, из своей земли, земля, где он жил, где он родился, где у него было все, и пошел туда, не зная куда, куда повел его Бог, представляете? Но что нужно было для этого? Для этого нужно было послушание. Послушание нужно было. Я не знаю, как поступил бы я, как поступили бы вы, может быть. Да? Давайте зададим такой вопрос себе. Вот, следовать за Христом, следовать за Христом, а требует от нас что? Посвящение. Требует от нас решения. То есть это не просто так, я пойду за Христом. Да, можно говорить, что я пойду за Христом, но трогаемся ли мы с места? И вот Авраам тронулся с места. Он пошел за Христом, он пошел за Богом. И это вменилось ему в праведность. Слава Господу! Поэтому сотни лет спустя, после Авраама, да, его потомки не смогли войти в свое наследие из-за неверия. Можно истолковать из-за непослушания. Бог непослушание называет неверием. Сейчас мы будем читать, мы увидим, да, что Бог непослушание называет неверием. То есть, когда человек непослушен, Бог говорит, что ты неверующий человек. Ты неверующий человек, представляете? И вот эти два слова, о которых мы говорим, они очень тесно связаны друг с другом. Хорошо, давайте откроем первое послание к Коринфянам. Посмотрим, 10 глава. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, с 1 по 6 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы».
Смотрите, да? Вот здесь апостол Павел, он как бы пишет, и он как бы объясняет и говорит нам о том, что, да, вот в то время, да, израильский народ, когда шел по пустыне, да, казалось бы, они соблюли все. Они прошли сквозь море, да, они крестились под облаком, да, они прошли сквозь море, крестились в Моисее, в облаке и в море, и ели одну и ту же духовную пищу, и пили одно и то же духовное питье из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но смотрите, кульминация. Но не о всех, но не о многих из них благоволил Бог. Не о многих. Представляете, 40 лет они странствовали по пустыне. И многие из них пали в пустыне, погибли. Помните, да? Все, которые вышли из Египта, они все погибли, кроме Халева, Иисуса Навина. Они не смогли войти в обетованную землю. Кроме Халева, Иисуса Навина. Даже Моисей не вошел туда. Представляете? А все эти люди, которые вышли из Египта, они все погибли. Они все погибли в этой пустыне. Кто вошел в обетованную землю? Вошли те, кто родились в пустыне. В чем была причина, почему они не смогли войти вот в эту обетованную землю? А причина была проста. Причина была в том, что они не были послушны. Не были послушны. Вот этот текст Писания, он говорит, что они что только не делали. Все, что угодно, кроме послушания. Ропот, негодование, идолопоклонство. И можно перечислять и перечислять. И все эти вещи, они присутствовали в них, кроме послушания. Представьте себе, что Бог ведет свой народ, и Он проводит их через море. И вот эти же самые люди, они видели это чудо, когда море, оно расступилось. И израильтяне, они прошли по суше. Они все это видели своими собственными глазами. Но проходило какое-то время, они начинали роптать. А причины были банальные. Нечего пить, например. Хотим пить, но это не повод для того, чтобы роптать. Но они роптали. И Библия говорит, что Бог поражал их за это, за их неверие, за то, что они видели то, что Бог творил в их жизни, и они не верили этому. Они буквально на следующий день все забывали. Представляете? И мы видим, что израильский народ именно по этой причине был погублен. Давайте откроем послание к евреям, 3 глава. О чем здесь говорится? 3 глава, 19 стих. Давайте с 17 прочтем. На кого же негодовал он 40 лет? Вопрос. Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Вот смотрите, да, здесь автор пишет, да, что в 19 стихе, что они не могли войти за что? За неверие. Но двумя стихами выше он говорит, что на кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? То есть непокорные люди, непокорные они были. Они не были послушными, они были непокорны, непослушны. Они все делали ровно наоборот. Представляете? И Библия говорит, что против кого же он клялся, что не войдут в его покой? Против непокорных. И дальше здесь говорится о том, что и так видим, что они не могли войти за неверие. Бог назвал их не бунт, их не непокорство неверием. Представляете, оказывается, бунт, противостояние, непокорность Бог называет неверием. А без веры Богу угодить невозможно. Помните такой стих, да? Потому что надобно
когда мы приходим к Богу веровать, что Он есть, и ищущим Его, кого? Ищущим Бога Он воздает. Представляете, ну они не искали Бога. Они не искали Бога. Почему? Потому что мы видим, каждый текст, он говорит о том, что они были непокорны, да? Они были неверующими, за неверие не вошли. О чем говорит 9 стих? 9 стих говорит, «Где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет». Искушали меня. Искушали своим ропотом, искушали своим неподчинением, искушали своим неповиновением. Вот что хочет видеть Бог в нашей жизни? Ну да, послушание, конечно, наша тема сегодня так называется, послушание. Благодарности. Когда человек благодарный. Вот знаете, самая лучшая молитва из всех существующих молитв – это молитва благодарения. Когда мы не просто просим чего-то у Бога, да, «Господи, благослови меня и помоги мне вот это дай или вот это дай», а когда мы просто благодарим Бога, понимаете, вот просто благодарим. «Господи, я тебя благодарю просто за то, что я живу, за то, что вот у меня все хорошо, Господи, я благодарю тебя, что ты мне даешь силы, Господи, я благодарю тебя, что ты окружаешь меня такими правильными, добрыми, хорошими людьми, Господи, я благодарю тебя». Разве мало повода благодарить Бога? Повода очень много. И знаете, вот это вот, то, что мы сейчас читаем, это наша жизнь. Священное Писание – это наша жизнь. И Бог через эти прообразы, Он показывает, что мы точно так же следуем за Христом через эту пустыню. И Бог хочет показать нам, чтобы мы не были похотливы на злое, чтобы мы видели Его доброту, чтобы мы видели Его милость и благодарили, и были послушны Ему. Вот что хочет видеть Бог сегодня в каждом из нас, что мы на самом деле благодарны Ему. И знаете, великое приобретение, пишет апостол Павел, быть благочестивым и довольным. Великое приобретение – быть довольным. Представляете? Вот больше этого ничего быть не может. Когда человек доволен, он говорит, Господи, я благодарен Тебе. Я безмерно благодарен Тебе, Господь. Я благодарю Тебя за все. Слава Богу. Это самое лучшее, что мы можем сделать. Слава Господу. Поэтому вот это мы видим. Слава Богу. Первый закон христианской жизни – это послушание без всяких условий. Мы сказали, что да, а Бог ставит условия. Мы не ставим условия. Знаете, когда мы приходим к Богу, да, мы не ставим условия Богу. Господи, я буду Тебе служить в одном случае, если у меня будет время. Да? Или наоборот. Я Тебе буду служить, Господи, если я смогу вот это делать, а потом буду делать вот это. Нет. Придя к Богу, мы не ставим Ему условия. Вот я хотел бы показать вам книгу Второзакония, 8 главу. Она мне очень нравится. Давайте я вам покажу эту книгу. Второзаконие, 8 глава. О чем здесь говорится? Второй стих говорит. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет». Вот интересно, да? Смотрите, Бог ведет нас по пустыне. Бог ведет нас через сложные обстоятельства, через трудности. Вы знаете, мы часто как-то боимся трудностей. Нам кажется, что, ой, Господи, пожалуйста, благослови меня. Мы молимся так. Благослови, чтобы не было проблем. Вот такие есть молитвы иногда, люди приносят такие молитвы. Помолите, чтобы не было проблем. Послушайте, проблем не бывает только у мертвых. У живых есть проблемы. У людей живых есть проблемы. Поэтому проблемы – это неплохо, проблемы – это хорошо. И вот здесь написано, что Бог вел народ по пустыне 40 лет. Для чего? Для того, чтобы смирить тебя. И вот сегодня Бог ведет меня, ведет тебя
ведет нас для чего? Для того, чтобы смирить нас. И вот Он вводит нас в различные обстоятельства жизни. Трудности пришли. Для чего? Для того, чтобы смирить нас. Вот 20-й год был сложным годом. Все говорят, это был очень сложный год. Это был очень трудный год. Больше, чтобы не было таких... Ну, знаете, послушайте. А я хочу сказать, что все верующему содействует ко благу. Этот год обнажил очень многие вещи. Они просто выплыли на поверхность. Понимаете? Поэтому я так думаю, что Бог чего-то хочет нам сказать. Что те люди, кто заснули, чтобы они проснулись. Помните, как те 10 дев, да? Чтобы они проснулись, и чтобы они вместо того, чтобы прожигать время, чтобы мы искали или наполнялись этим маслом. Вот что самое главное, очень важно. Чтобы мы сфокусировались на самом главном в этой жизни, а не на второстепенных вещах. Чтобы мы не наслаждались вот какими-то удовольствиями, понимаете? А именно сфокусировались на том, на самом главном. А что может быть главнее Бога? Ничего. Библия говорит, ищите царство. Ищите его царство, остальное все приложится вам. Значит, если мы ищем царство, Бог позаботится обо всем остальном. И смотрите, что говорит здесь Бог дальше. «Я вел тебя вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя». Вот когда выявляется сущность человека? В трудностях, в испытаниях. Когда человек впадает в какие-то испытания, сразу проявляется вся внутренность человека. Насколько он верен. И вот Библия говорит дальше, что «чтобы узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Вот смотрите, да? Служить Богу, когда тебе хорошо, когда у тебя все есть, легко, правда? А вот служить Богу, когда трудно, когда есть недостаток, когда есть, может быть, болезнь, когда есть, может быть, какие-то сложные обстоятельства, и то и другое, оно будет у нас. Мы будем через это проходить. Если вы не проходили еще, значит, будете проходить. Все это будет, но это будет не потому, что Бог хочет нас наказать. Но это нам во благо. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, что в сердце моем. Останусь ли я верным, послушным Богу до конца или нет? Или трудности малейшие, они просто сломают меня? Малейшие трудности, я скажу, я так и знал. Я-то думал, что я приду к Богу, Бог меня здесь всеми благословениями благословит, у меня не будет никаких проблем. Все мои проблемы, которые были у меня, Бог решит. На самом деле Бог таких вещей не делает. Бог хочет, чтобы мы закалились, чтобы вся шелуха, все, что есть в нас ненужное, негодное, чтобы оно выгорело. Вот что хочет Бог. Но для этого Богу нужно, чтобы сосуд, то есть человек, то есть я, мы были что? Привязаны к Богу. Мы были послушны Ему. И вот тогда Бог сделает из нас тот сосуд, который надо. Слава Господу! Хорошо. Мы сказали, что первый закон христианской жизни – это послушание. Без всяких условий. Бог назвал непослушание Израиля неверием. Оно не позволило им войти в обетованную землю. Ханаан не был прообразом неба. Он был прообразом хождения верующего в духе прямо здесь и сейчас. Слава Господу! Слава Богу! Иисус говорил, мы сказали, сейчас еще раз повторимся, да? Иисус говорил, ищите царство, остальное все приложится. Что такое царство? И вот знаете, многие люди думают, ищите царство. Что значит царство?
люди пытаются сконцентрировать все свои мысли и искать этого царства. Но царство – это состояние нашего духа. Царство Божие – это мир, радость и праведность во Христе Иисусе. Вот что такое Царство Божие. Вот что такое Царство Божие. Поэтому мы должны привести в порядок свой дух, наполниться его Духом Святым, искать его лица каждый день, следовать за ним и быть послушным нашему Господу. И я уверен, что мы найдем это царство. И остальное все приложится нам. Давид говорит: я был молод и состарился, и не видел праведника с протянутой рукой, не видел просящего хлеба. Слава Господу, мне нравится этот стих. Почему? Потому что если ты праведник, Бог будет заботиться о тебе. Бог будет заботиться. Это не значит, что ты не будешь проходить через сложные обстоятельства. Это не значит, что трудности не придут в твою жизнь. Они придут. Но Бог будет заботиться. Бог поможет тебе. Бог выведет тебя из сложных ситуаций. Слава Господу. И ты выйдешь сильнее. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому то, что нас не убивает, то нас делает сильнее, то нас закаляет. Слава Господу. Хорошо. Послушание – это дела веры. Это дела веры. Это означает, что я должен начать действовать, прежде чем начнет действовать Бог. Знаете, как принцип божественный какой? Дайте, и дастся вам. То есть Бог всегда инициативу дает нам. Мы должны что-то сделать. Если мы хотим отношения с Богом, значит, мы должны идти к Нему. Помните, что Христос говорил? «Приду к вам все труждающиеся и обремененные?» Нет. Он сказал: «Придите все ко мне, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Видите, какой принцип? Бог говорит: «Придите, и я утешу вас, я успокою вас». И Библия говорит нам: «Будьте послушны, и я благословлю вас, и я наполню вас, я позабочусь о вас». Слава Богу! Видите, какой принцип? Слава Господу! Поэтому, прежде чем начнет действовать Бог, мы должны начать действовать. Знаете, когда-то далеко, давным-давно, когда я уверовал в 99-м году, да, и знаете, мне пришло такое откровение. Вот никто меня этому откровению не учил. Я никогда об этом не думал, вообще никогда не знал, что есть какие-то люди верующие, которые вот верят по-особому, так, как верим мы. Вот никогда я не думал, что человек, простой человек, может иметь общение с Богом, вот такое напрямую, представляете? Никогда не думал об этом. Но вот в 99-м году, когда я родился свыше, знаете, у меня открылись глаза. Я сразу понял, что Бог призвал меня. Бог призвал меня, представляете? Вот просто взял и призвал. И я это такое вылил откровение, и люди смотрели на меня, удивлялись. Бог меня призвал. Откуда я это знал? Дух Святой сказал. Как сказал? Я не знаю, изнутри сказал. Вот положил мне на сердце, что я тебя призвал. И представляете? И я сразу понял, что у меня нет выбора другого. Вот я хочу посвятить себя. Я хочу быть ему послушным. Я хочу принять этот призыв. Он мне так дорог. И знаете, когда я принял этот призыв, я сказал: Господь, я не знаю как. У меня нету никакого опыта. Я вообще ничего не понимаю. Да? Но я хочу следовать за тобой. Помоги мне, если я нужен тебе, если я что-то представляю из себя, да, вот для тебя я нужен, то возьми, используй меня. Я готов пройти через все, я не боюсь. Я ничего не боюсь. Господи, помоги мне. И знаете, Бог призвал меня, и я пошел за этим. Слава Богу. И знаете, разные такие были ситуации в нашей жизни, да, мы проходили с женой очень сложные ситуации в жизни, когда вообще, казалось бы, не было ничего, но знаете, было самое главное, был мир в сердце, такое было наполнение, представляете, а дома нету хлеба, представляете, нечего дать детям, да, казалось бы, нужно там бить тревогу, да,
А у тебя такое, вот такое, понимаете, вот спокойствие. Думаешь, слава Богу, все будет нормально. Представляете? И Бог восполнял все наши нужды. Бог восполнял, и Бог сказал, не бойся, я с тобой. Не бойся, я с тобой. Слава Господу. И знаете, на самом деле Бог верен своему слову. Когда мы делаем шаг к Богу, Бог обязательно сделает навстречу нам несколько шагов. Слава Господу. Поэтому в защите Его, да, так написано, мы должны понимать, очень важно, дела веры – это мое послушание Божьей заповеди, и результатом веры будет Божье чудо. Слава Господу. Давайте откроем книгу Иакова. Книгу Иакова, 4 главу, 8 стих. Восьмой стих говорит нам так, 4 глава, 8 стих. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Мне очень нравится этот стих. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». Смотрите, Бог открыл нам вот эту завесу, да? Что сегодня человек может приблизиться к Богу. Раньше этого сделать было невозможно, но сегодня у нас есть такая возможность приблизиться к Богу. И знаете, Бог близко, Бог недалеко. Бог очень близко. И мы часто думаем, что ой, Бог так далеко, наверное, там где-то вот, да? Но Бог очень близко. Библия говорит, что Он находится внутри нас. Но если Он еще и не внутри вас, да, то мы можем Его найти. Найти. И Библия говорит, что мы можем приблизиться к Нему. И тогда Он приблизится к нам. Как же приблизиться к Богу? Конечно же, через искреннее сердце. Когда мы открываем свое сердце искренне, да, ищем Его лица. И я уверен, что Бог обязательно, обязательно откроется нам. Обязательно. Если мы Его очень попросим, Он откроется нам. Слава Господу! Приблизьтесь к Богу, и результатом моего послушания этому Бог приблизится ко мне. Слава Господу! Если я не послушаюсь этого повеления, Бог не приблизится ко мне. Если нам нужно чудо, тогда мы должны быть послушны тому, что говорит Бог. Смотрите, когда мы послушны Богу, то, что Он говорит, да, это производит в нас очень важное действие. Бог являет свое чудо. Он показывает нам. И если мы начинаем быть послушны и верим в это, то Библия говорит, что чудо происходит. Знаете, Библия наполнена буквально чудесами. Наполнена. Если мы внимательно читаем Библию, мы видим, что Бог делает. Что Бог являет свое чудо. И вот однажды Бог явил свое чудо в Вартимею слепому. Помните? Он был слепой, ничего не видел. И знаете, когда Иисус проходил, да, что сделал? Он услышал. Он услышал, что идет Иисус, сын Давидов. И знаете, что он стал делать? Он не видел его, но он услышал. И он стал что делать? Он стал кричать. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Помилуй меня. И знаете, ученики, которые ходили рядом с Иисусом, они отговаривали его, они запрещали ему, они говорили, послушай, хватит орать, хватит кричать, не утруждай учителя, да? Но он продолжал кричать, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И знаете, это был крик души. Это был крик души. И знаете, Иисус остановился и сказал, приведите его сюда. Иисус остановился. Знаете, когда Иисус останавливается? Иисус останавливается тогда, когда мы кричим от души, когда крик души. И вы знаете, я верю в искренние молитвы. Я не верю в молитвы, которые так себе просто ради того, чтобы помолиться.
Господь, если хочешь, сделай. Если не хочешь, не делай. Это молитва, не молитва, понимаете? Искренняя молитва – это когда идет из глубины сердца. Когда ты кричишь из глубины сердца, тогда Иисус останавливается. Иисус не может не остановиться, понимаете? Почему? Потому что Иисус слышит именно такую молитву, которая исходит из глубины нашего сердца. И Иисус остановился. Он остановился. И знаете, что спросил его Иисус? Он сказал: «Чего ты хочешь?» Такой вопрос интересный. «Чего ты хочешь?» И знаете, этот человек, он был слепой. Он жил на подаяние. Он просил милостыню. И люди давали ему. И вот Иисус ему задает вопрос. И этот вопрос, он адресован сегодня каждому из нас. «Что ты хочешь? Вот что ты хочешь?» И вот, знаете, однажды вопрос такой был задан мне. «Что ты хочешь от меня?» И вот Иисус говорил: «Что вы хотите от меня?» И знаете, что сказал Варфоломей? Он сказал: «Хочу прозреть». И тогда Христос сказал: «Поверь, да будет тебе». «Поверь, да будет тебе». И человек прозрел. Представляете? Слава Господу. И знаете, есть вещи, да, которые мы должны просто прочувствовать, проникнуться ими. Этот бедный человек, этот человек, который жил на подаянии, он что захотел? Прозреть, увидеть. И вот нам тоже стоит прозреть. Мы тоже нуждаемся в том, чтобы начать видеть духовными глазами. Видеть то, что мы раньше не видели. Слава Господу! Послушание – это очень важная сфера. Это очень важная сфера, когда мы послушны нашему Господу. Когда мы готовы исполнить то, что говорит Христос. Следовать за Ним в самые сложные моменты жизни. В самые сложные моменты жизни. И Бог ценит это. Бог благословляет и помогает, если мы держимся за Него. Слава Богу! Послушание – это своеобразная проверка. Есть послушание – есть вера. Нет послушания – нет веры. Вот такой такая простая проверка. Есть послушание – есть вера. Нет послушания – нет веры. Вот так просто. Помните, как Иаков говорил, да? Просто вера без дел мертва. Вот ты говоришь, что ты веришь, но если твоя вера заканчивается только исповеданием, только тем, что ты говоришь, что эта вера мертвая, Иаков об этом говорит, и Библия не признает этой веры. Но вера, она должна иметь какое-то действие. Она должна иметь руки и ноги. Вот помните, Иаков приводит пример, да, если брат или сестра наги. Вот представьте себе, что около вас живет человек, люди живут, бедные, они нуждаются в куске хлеба. И вот они обратились к вам за куском хлеба, а вы им говорите: «Послушай, я помолюсь за тебя, я скажу, чтобы за тебя тоже помолились, чтобы у вас все было хорошо и кусок хлеба пришел к вам». Ну, что пользы? Иаков говорит, что пользы, если вы не дадите потребного. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. И знаете, сколько сегодня людей, они исповедуют мертвую веру, вера, у которой нет дел, вера, которой ничего не нужно делать, представляете? Вера, которая просто сидит дома, ничего не делает. Вера, которая не идет в общение, вера, которая противостоит, вера, которая не любит братьев, сестер. Представляете, вот такая вера сегодня есть, существует. И люди сегодня демонстрируют и показывают эту веру. На самом деле Иаков называет эту веру мертвой. Он говорит, что эта вера, она не способна человека спасти. Если человек живет вот этой ложной верой, да, то он однажды разочаруется. Разочаруется. Почему? Потому что это номинальное христианство. То есть в этом христианстве нету сути, нету духа, понимаете? Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Вот если нету в человеке духа, человек мертв.
Так же и вера. Вот дела – это как дух в человеке. Да? Если его, этих дел нету, дел веры, то это вера мертвая. И что толку, если мы сегодня говорим, что у нас есть вера, я верующий человек, я верующий. Сегодня говорят так очень многие люди. Но это не соответствует тому, о чем говорит нам Библия. Поэтому, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, мы должны понимать то, что говорит Священное Писание. Мы должны быть послушны Слову Божьему, мы должны быть послушны тому, что говорит Христос. И тогда вы увидите, что ваша вера, она будет возрастать, она будет укрепляться. Знаете, быть послушным – это запрятать свое «я» подальше. Подальше, потому что вот человек, он так устроен эгоистично, да, уже, вот эгоизм – это природа человека. И человек, он как бы привык жить как бы вот, ну, сам для себя. А вот Бог призывает нас жить для других. Представляете? Вот мы говорим, что я хочу служить Богу. А вот для того, чтобы служить Богу, нужно научиться служить людям. Представляете? Вот Бог именно вот через людей, он как бы ведет нас. И он говорит, хочешь служить мне? Служи людям. Потому что, ну как ты мне можешь служить? Например, ну ты меня не видишь, потрогать меня не можешь, да? А вот через людей ты можешь послужить мне. Да? Поэтому есть вот такие вещи, да? Любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, да? И любите даже врагов ваших, так написано. Даже врагов ваших любите, да? И в этом что проявляется послушание. Если мы послушны Богу на самом деле, то мы будем проходить через вот эти вот экзамены в жизни. Вы знаете, вот иногда тебе приходится прощать человека, ну, близкого. Вот он близкий человек с тобой вместе, ну, за одной партой сидит, может быть, да? Может быть, вместе работаете, да? Вот вместе сидели, кушали, у вас хорошие отношения, ну, вот поссорились. А потом раз, пришлось вам его простить. Ну, это легко. А вот простить человека, который сделал тебе больно, причинил тебе боль, человек, которого ты особо так, ну, не воспринимаешь, который внутренне для тебя далек, вот этого человека простить очень сложно. Но как раз-таки суть христианства заключается в этом. Потому что Христос говорит, что пользы, если вы любите тех, которые вас любят. Что пользы, если вы даете взаймы тем, которые вам дают взаймы. Ну что пользы, какая в этом особенность? Нету никакой особенности. Но вы любите кого? Врагов ваших. Любите тех, кто гонит вас, кто ненавидит вас. Вот этим людям, этих людей любить, этим людям послужить, вот это Бог называет настоящей любовью, настоящим послушанием. Слава Господу! Пусть Бог благословит нас, дорогие братья и сестры. Слава Господу! Хорошо. Дело не в том, что мы говорим. Дело в том, что мы делаем. Потому что говорить мы можем разные вещи. Говорить мы можем много обо всем, но конкретно что мы можем предложить, что мы можем сделать. Поэтому между разговором и делами большое расстояние. Я хотел бы, чтобы мы были людьми дела, людьми послушания. Вот это очень важно. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья. И если это будет огромное благословение. Без послушания Божья воля не может свершиться в нашей жизни. Это невозможно. Это просто невозможно. И знаете, если мы сегодня не послушны Богу, не послушны Его Слову, а Божья воля не может свершиться в нашей жизни. Никак. Ну никак. Почему? Потому что мы непослушны. Мы должны быть послушны. И это очень важно. Послушны. Послушны Божьему Слову. Послушны тем людям, которые сегодня стоят над нами. Быть послушными. Вот знаете, вот мы живем в церкви. Мы же не живем вот каждый у себя дома.
А церковь – это общество. И Бог нас как бы ведет в церковь. Это тело Его, представляете? И в теле Христа есть люди, которые стоят над тобою. И вот Бог часто ставит таких людей над тобой, надо мной. И Бог хочет, чтобы мы были послушны этим людям. Представляете? И если мы послушны этим людям, Бог нас благословляет. Бог проверяет нас через это. Бог проверяет нас, но мы же не можем сами по себе жить, сами по себе служить, да? Если мы в церкви, значит, над нами есть пастор. Если мы в церкви, значит, над нами есть лидер, ячейки, правда? Вот вы представьте себе, что вы в ячейке. У вас там ячейка состоит из 7 человек или 6 человек. Там у вас есть лидер. Этот человек, он как бы поставлен над вами. И вы послушны этому человеку. Представляете? И Бог будет что? Бог будет благословлять вас через этого человека. Бог будет укреплять вашу веру. А вы скажете, а зачем мне быть послушным этому человеку? Я сам знаю все. Нет. Но знаете, Бог говорит, что вот у Бога есть такая иерархия, да? То есть Бог ставит людей, и каждый стоит друг над другом. Поэтому у Бога такой принцип. И Бог хочет, чтобы мы следовали этому принципу. И если мы послушны, то Бог нас благословит. Слава Господу! А знаете, что такое, что делает послушание? Это величайшая свобода, заключающаяся в подчинении власти. Да? Это величайшая свобода, когда человек способен быть в подчинении. Это величайшее благословение. Представьте себе, что вы находитесь в подчинении, кто-то есть над вами. Это благословение, но часто люди это истолковывают по-другому. Они думают, что зачем я должен быть в подчинении? Вот, и пускай у меня будут в подчинении. Но понимаете, написано, что Он с большой буквы поставил одних апостолами, одних учителями, служителями, пасторами. Для чего? Для созидания тела Христова. Ни один человек не может взять на себя вот такую миссию. Он поставил. И если Бог поставил над вами кого-то человека, значит, это Его план. И Бог будет через этого человека благословлять вас. Вот смотрите, был Авраам, благословенный человек. Но также был и Лот, правда? Да. Но Бог благословлял Лота не потому, что Лот был такой хороший. Нет. Бог благословлял Лота по причине Авраама. Авраама, а не Лот. То есть Бог благословлял Лота через Авраама. Авраам являлся благословением для Лота. Вот как действует Бог, понимаете? Меньший благословляется большим. Если вы читали историю про Иисуса Навина и Халева, то эти были два мужа Божьих, благословенных. Но Халев, он понимал, что он стоит ниже, чем Иисус Навин. Иисус Навин духовно выше него, значит, от Иисуса исходило благословение на Халева. И Халев это понимал. И Халев был благословен. Почему? Потому что он никогда не старался прыгнуть выше Иисуса Навина. Представляете? Вот это духовный принцип, духовный закон, который Халев прекрасно понимал. И Бог благословил его. Бог благословил его. Представляете? И Библия говорит, что Бог увидел в нем иной дух. Он сказал, что в этом человеке иной дух. Не такой, как в этих людях, а иной дух. Представляете? То есть насколько он был мужественным. Представляете? Помните, когда они вернулись с обетованной земли, и многие люди распускали худую молву. А что сказал Халев? Он сказал, что мы пойдем и одолеем. Слава Богу. Халев понимал вот эти духовные тонкости и имел преуспевание. И мы видим историю этого мужа. Слава Господу! Пусть Бог благословит нас, дорогие братья и сестры. Почему? Потому что очень важно понимать вот это вот послушание, когда мы находимся в послушании. В
послушание Богу, в послушание тех людей, над которыми, которых нас, вернее, в послушание тех людей, которых Бог поставил над нами. Очень важно. Очень важно. Почему? Потому что через это мы будем получать благословение. Бог будет нас укреплять в вере, взращивать нас, утверждать нас. Наоборот, мы станем сильнее. Наоборот, Бог будет благословлять нас, если мы будем находиться в послушании. Хорошо. Вы знаете, давайте откроем книгу Иеремии. Книгу Иеремии, 48 главу. Книга Иеремии, 48 глава. 11 стих. Маав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил, оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Вот интересно, да, Библия говорит нам таким языком, да, не ходил в плен, не был переливаем из сосуда в сосуд, да, и что оттого оставался в нем вкус тот же самый, и запах не менялся. Вот о чем говорит здесь Священное Писание? А Священное Писание говорит нам так, что во времена вот Иеремии, да, значит, делали вино, виноградный сок наливали в винный мех и оставляли на несколько недель, пока не осядет горечь. Такой был процесс, когда наливали вот этот виноградный сок, да, в винный мех, и на несколько недель его оставляли, да, вот в этом меху. И вот этот сок, он стоял, и он что делал? Он отстаивался. И что происходило, да? Он отстаивался, и вот эта вот горечь, да, она садилась на дно, получалась такая мутная жижа. Да? И что происходило? Затем вино переливали в другой мех, чтобы образовался новый осадок. Этот процесс повторяли снова и снова, пока вино полностью не очищалось и не становилось прозрачным и сладким. Представляете? Вот этот процесс повторялся много раз. И вот этот осадок осаждался. Сперва его было много, потом чуть-чуть поменьше, потом он вообще исчезал. А что это за прообраз? Это прообраз для каждого из нас. Вот именно таким способом, да, действует Бог. Бог хочет, чтобы вся горечь, она ушла от нас, она осела, она ушла. Бог хочет убрать горечь из каждого из нас. И знаете, страдание – это переливание нас из сосуда в сосуд до тех пор, пока эгоизм и грех не осядут, и вино его духа не станет чистым и сладким. Слава Господу! Вот почему Бог сегодня проводит нас через различные обстоятельства. Для чего? Для того, чтобы убрать этот горечь. Поэтому Бог ставит какого-то человека над тобой, да? Чтобы этот человек, он был над тобой. И ты должен будешь быть послушным этому человеку. И когда ты послушен, да, может быть, тебе не хочется поначалу, но ты говоришь, нет, я хочу быть в воле Божьей. И когда ты начинаешь быть послушным этому человеку, да, что происходит? Потихонечку горечь уходит. И что будет Писание? Смирись под крепкую руку Божью, и в свое время вознесет тебя. В свое время. И вот Бог действует таким образом. Это такой прообраз, чтобы вся горечь, вот этот эгоизм, да, вот эта вот непокорность, да, она ушла от нас. И тогда придет что? Благословение.
Поэтому, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы должны быть послушны Богу. Мы должны быть послушны тем людям, которые стоят сегодня над нами. Это очень важно. Это в нашу пользу. Это не потому, что Бог хочет нам причинить боль. Нет, это потому, что Бог хочет очистить нас. Он хочет убрать всякую горечь с нашего сердца, чтобы мы были чистое, сладкое вино. Слава Господу! Хорошо, еще одно место покажу вам, да? Оно записано в книге чисел. Книга чисел, 12 глава. Если вы читали эту книгу, то вы должны знать, что произошло вот в этой главе, да? Значит, Моисей, у Моисея был брат, его звали Аарон, и сестра, ее звали как? Мариам, да? Вот эти люди, да, они были родственники, будем так говорить, да? Моисей был главным. Аарон был в подчинении у Моисея. Мариам, соответственно, тоже была в подчинении у Моисея, правда? То есть Моисей находился над ними. Во всяком случае, Бог так поставил. То есть Моисей сам себя не ставил, Бог так поставил. Смотрите, что происходит. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея». С первого стиха читаю я. «За жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорит Господь? Не говорит ли он и нам? И услышал сие Господь». Если мы читаем вот этот, как говорится, текст весь, мы видим, да, то Господь мгновенно услышал, он заступился. И знаете, что произошло? Произошло то, что Господь наказал Мариам за бунт. И знаете, как наказал? Проказой. Проказа напала на Мариам за то, что она стала осуждать Моисея. За то, что она стала говорить то, что не должна была говорить. Представляете? И она попала под это проклятие. Представляете? То есть у Бога есть четкая стратегия. Бог ставит над людьми людей для того, чтобы что сделать? Очистить, привести в правильное состояние. Чтобы мы были нужными и полезными в Божьем Царстве, мы должны научиться подчиняться. Мы должны научиться послушаться. Вот тогда мы сможем продвигать Божье Царство. Тогда мы сможем что-то делать для Господа. В противном случае мы ничего из этого сделать не сможем. Почему? Человек непокорный, он не сможет ничего хорошего достичь. Ничего. Поэтому, дорогие братья и сестры, послушание, оно открывает путь к сердцам неверующих людей и подает пример тем людям, которые наблюдают за нашей жизнью. Когда мы послушны Богу, да, это открывает путь к сердцам неверующих людей. Люди наблюдают за нами, люди смотрят за нами. И люди будут поступать точно так же, как мы поступаем. Поэтому пусть Бог благословит нас, дорогие братья и сестры. Благословит всех, кто сейчас смотрит нас. Дай Бог, чтобы каждый из нас, он был послушен Господу. Он был в воле Господа. Это очень-очень важно. На этом я хотел бы закончить сегодняшнюю проповедь, благословить всех вас и пожелать вам всего-всего самого наилучшего. Хотел бы еще сказать несколько слов. Если вдруг вы сегодня смотрите нас, вы уже долгое время смотрите нас, но не примирились с Богом, у вас есть такая возможность сейчас примириться с Богом. От вас требуется вера, от вас требуется желание. Если вы желаете, чтобы Бог вошел в ваше сердце, то мы можем сейчас помолиться, чтобы Бог вошел в ваше сердце и изменил вашу жизнь. Не имеет значения, кто вы, не имеет значения, какой вы национальности. Библия говорит, кто призовет имя Господне, спасется. Если вы верите в то, что Христос прощает грехи,
и что Он способен простить эти грехи вам, то молитесь вместе со мной. Скажите так: «Господь Иисус Христос, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за это прекрасное время, за эту возможность, Господь, которую Ты даруешь мне. Прошу Тебя, Господи, прости все мои грехи, войди в мое сердце и стань моим Господом. Прости все, что видишь неугодно, Отец. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. В свою очередь я исповедую Тебя своим Господом и своим Спасителем. За все благодарю Тебя, великого Бога нашего, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь». Слава Господу! Если вы молились этой молитвой, знайте, что Бог простил вам ваши грехи. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Всего вам доброго, счастливого, благословения вам. Аминь.